номер, в котором мы живем. Кухня, вешалка, шкафы, всем привет. Шкаф. Туалет, ванна, ну, душ, не знаю. Так, хопа. Непрезентабельный вид. В общем, тут мы спим. Это телек, это все, в общем, так и живем. Всем здорово! И сегодня первый день стартов Максима Стейблс, кубок Академии конного спорта. Я сейчас снова на улице, в нашей привычной локации, среди помоек для навоза. И пока что у нас все хорошо, только немножко опухло веко. То есть у нее ножа ушиблась головой об стенку, у нее ссадина над глазом, появилась щетка. И отекла косточка, ну, около голодной ямы. И сейчас у нее просто сполз отек на веко. Ну, как бы вроде это ей не мешает, но... Чисто так, эстетический эффект. Ну, нам это не важно. Главное, чтобы лошадь все видела, чтобы она хорошо себя чувствовала, чтобы ноги бегали, и все было хорошо, в порядке и замечательно просто. А это уже потом берется. Во-вторых, ну, как бы нам не приложить к этому месту холод, потому что бы что, она не даст никогда в жизни приложить холод к глазу. Поэтому мы сейчас просто шагаем. Потом нам надо сделать так, чтобы осталось время еще полить ногу, чтобы вообще все было замечательно, прекрасно. Чтобы лошадь даже, ну, ничего, никаких намеков не было на боль. Ну, у нее вроде все хорошо, чуть-чуть. Поэтому я уже немного поуспокоилась, потому что в первый раз, когда я поняла, что лошадь хромая, ну, вот вышла из мойки, вообще вся побитая, убитая какая-то, не знаю, искалеченная. У меня просто была истерика. Не то, что как бы... Даже я уже потом смирилась, что мы не будем выступать, ну, как бы, на старт. Ну, блин, все равно было обидно. А вот даже, ну, сам факт, что у меня искалечилась лошадь. Просто вот на ровном месте. Это же кошмар. Вот такое чудо у нас живет. Просто посмотрите на вот этот глаз. И на вот этот. Она как... Ну, прикрыт немножко. То есть, ну, блин, жопа. Кровь из носа не течет. Ну как? Чуть-чуть, фу, все в порядке.